Приветствую вас, мои дорогие подписчики! Вы на канале Эйки Кроши Студио, и в этом мастер-классе мы с вами свяжем вот такое оригинальное новогоднее украшение. Для нашего елочного украшения я буду использовать остатки пряжи от моих предыдущих проектов. Это такая серебристая пряжа с люрексом, зеленая с вкраплением люрекса. Понадобится нам игла, крючок, я буду использовать 2,5 мм и ножницы. Начинаем мы вязание цепочкой из воздушных петель. Я буду набирать 187. У меня готова цепочка из 187 воздушных петель. Далее мы будем провязывать полустолбики с накидом. Делаем накид и провязываем его в третью петельку от крючка. Раз, два, три. Снова накид. Вводим крючок в воздушную петлю. Вытягиваем нить и провязываем 3 петельки на крючке. Вяжем таким образом до конца ряда. Я дошла до конца ряда, и в последнюю петельку мы провязываем 5 полустолбиков с накидом. Для того, чтобы сделать красивый поворот. 2, 3, 4 и 5. Хорошо затягиваем хвостик. И далее разворачиваем вязание и вяжем в обратном направлении тоже полустолбики с накидом в каждую петельку нашей цепочки. И в процессе вязания ввязываем хвостик. Продолжаем таким образом до конца ряда. Здесь я тоже дошла до конца ряда. У меня здесь остался наш первый полустолбик с накидом и 2 воздушные петельки. Я в первый полустолбик с накидом провязываю вот сюда полустолбик с накидом. И вот нашу, получается, вторую воздушную петлю от крючка я провязываю 4 полустолбика с накидом. И заканчиваю вязание соединительным столбиком во вторую воздушную петлю. И вот у меня получается такой же закругление, как и с этой стороны. Обрезаю нить. Прячем хвостик от вязания с обратной стороны. И вот таким вот образом с помощью иголки между полустолбиками с накидом я прячу наш хвостик. Обрезаю нить. Вот наша основа для елочки готова. Далее нам нужно связать вот такие шарики. Я уже связала 5, и 6 свяжу вместе с вами. Оставляем хвостик подлиннее, мы позже его будем использовать для наполнения нашего шарика. Делаем кольцо амигуруми. Воздушную петлю и провязываем 6 столбиков без накида.
затягиваем нить и вяжем по спирали. Провязываем по 2 столбика без накида в каждую вершину предыдущего ряда. Провязываем первый, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, 11, 12. И второй ряд также по спирали мы продолжаем провязывать еще 12 столбиков без накида. Вот у нас он уже приобретает такую пухлую форму. И следующий ряд, у нас последний, мы будем замыкать наш шарик. Далее мы провязываем столбик без накида через один. Всего у нас должно их получиться 6. Пропускаем первую вершину, во вторую провязываем столбик без накида. Далее снова пропускаем одну, следующую провязываем столбик без накида. Снова пропускаем одну, следующую провязываем столбик без накида. И теперь можно прятать ниточку вовнутрь. Если у вас крючок не двусторонний, можно помогать второй стороной крючка утрамбовать нить. Далее снова пропускаем одну вершину, следующую провязываем столбик без накида. Пропускаем одну. Следующий столбик без накида. Я буду использовать ножницы. И провязываем последний 6-й столбик без накида. Пропускаем одну и во вторую вершину провязываем столбик без накида. И далее замыкаем ряд соединительным столбиком. Далее я предлагаю для нашей последней бусинки оставить ниточку подлиннее. Мы будем с ее помощью собирать готовое изделие. Вот такая у меня бусинка получилась. Теперь я возьму иглу. Вот иголку лучше брать с таким вот большим ушком. Она отлично подходит для вязания, для вязаных изделий. Теперь мы приступаем к завершающему этапу нашего украшения. Берем нашу вязаную ленточку и выкладываем ее такой змейкой. Можем ей немного придать формы. И теперь выкладываем наши бусинки. Вот одна будет на вершине. И все остальные между слоями. Последняя будет наша бусинка с нитью. Мы будем ее соединять теперь. Наше украшение. Нанизываем все слоя и
шарики на иголку. Придаем ему немножко форму. На вершине я сделаю такой немного узелок. Оставим петельку, чтобы можно было повесить это украшение. Вот я сделала такой узелок, и далее протяну еще раз нить сквозь шарики и все слоя нашей ленты. И далее мы закрепляем нить и заканчиваем вязание. Обрезаем. И вот такое оригинальное новогоднее украшение у нас получилось. Ставьте лайк этому видео, если вам понравился мастер-класс. Подписывайтесь на мой канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить публикации моих новых мастер-классов. Всем пока-пока!